И всем хай, я Богдан, и сегодня мы проверим, кто же из них выживет. Мы будем проверять оружие и биты. Кто из них выживет, тот самый сильный. Вы спросите, почему я не добавил Бога? Да потому что он не убивается, и убить его никак не получится. Ну и что ж, всем приятного просмотра, погнали! Итак. Это у нас испытуемый. На нем мы проверим взрывательные предметы. Предметы, которые взрываются. Ну что ж, погнали. Итак, это бочка. Если мы ее заспавним, то у нас, когда мы в нее выстрелим, у нас произойдет большой пи***ц. Как вы видите, вот настоящий, да. Уф. Итак, мы проверяем на самом стандартном челе. Конечно же, он же у нас отлетит, но не с первой пули. За четвертой. Итак, он у нас будет уже попрочнее немного. Но все же тоже умрет с 4 пули, даже с одной. А этот у нас уже в грудь не пуляется. Но если мы ему стрельнем в голову, то он, конечно же, отрубится. Так, нацелимся. Прям в глаз! Ой, короче, и теперь мы проверяем этого. Он тоже в грудь не стреляет, но если мы его выстрелим в ноги, то он, конечно же, провалится. Ну а в этого мы не сможем стрельнуть в голову и в грудь. Единственный способ — это у нас выстрелить в ногу. Он, конечно же, от этого не отрубится, но он отрубится на пару секунд. Итак, сегодня... Итак, сейчас мы будем проверять биты. Итак, я взял биту и биту с гвоздями. Посмотрим сначала биту обычную. Он, конечно же, у нас отлетит с одного удара. Ну, конечно же, это же бита. Он у нас тоже отрубится с одного удара. Этот, наверное, тоже. Нет, он не отрубится. Но в голову-то точно отрубится. Ты чего не падаешь? На тебе! На тебе! Наконец-то упал. И у этого тоже не пробивается жилет. Но, конечно же, пробивается голова. У этого не пробивается голова и не пробивается жилет. И, конечно же, ноги пробиваются. Но его не так-то просто убить. Нужно 5 ударов, чтобы он свалился. Или может даже больше. Вот, если мы ему ногу сломаем, то он, конечно же, упадет. Биту с гвоздями мы проверим в следующем ролике. Мы проверили уже все. Мы уже проверили все. И биты, и, конечно же, оружие. И на этом все. Итак, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы мой новый подписчик, то, конечно же, напишите в комментариях. Я вас лайкну. Ну а так, посмотрите другие мои видео. Они очень интересные. Ну, если для вас. Если понравится, то лайкните. Если не понравится, то дизлайкните. А так, всем удачи и пока-пока. До скорого. Желаю здоровья вашей маме.